У Магілёве знову зацвілі каштани. Гэтую незвычайную з'яву природы можна ўбачыць па праспекте Пушкінскі. У асноўным на участку ад вуліцы Астроўскага да Габровскай. Гэты участок уздоўж праспекту Пушкінскі зноў радуе веснавымі кветкамі. Некалькі дрэў у ранній лістоце. Праўда, лістота рэдкая, а на некаторых па 2-3 суквецця побач з сухім лістем. У Магілёве знову зацвели каштаны. Мабуть, древы сблытали вересень с красовиком. Год не скажу какой, но, в принципе, бывали времена, когда теплая осень была. Каштаны цвели, было время. Это хорошо. Пускай цветут деревья, радуют нас. Им пора уже скидывать свои плоды, а люди подбирают от моли, собирают. А тут они зацвели, а да? Тут они зацвели, да. А что это такое будет? Зимы не будет, наверное. Лето продолжаться. Еще 30 градусов обещают. Это второй год, я замечаю это. Так что это не чудо природы.